и господа, леди и джентльмены, торжественную церемонию бракосочетания позвольте властью, данную государством, народом и перед Богом, считать открытым. Сегодня светлый, яркий, торжественный день. Без сомнения, все ждали этого дня. Без сомнения, все, кто сегодня здесь присутствует, желают, чтобы союз, который будет сегодня здесь заключен, был длинным, конечно же, освященным Богом, и был плодовитым. Конечно же, все, кто пришел сегодня сюда, желают добра, счастья и любви. Тем молодым, которым продолжает жизнь на земле, тем молодым, которые свои судьбы решили связать в одно. И поэтому я прошу аплодисментами приветствовать выход жениха. Жених и почетные свидетели входят на площадку для церемонии бракосочетания. Громче! Черный Дмитрий Анатольевич! Дмитрий Анатольевич, вы пришли к той черте, когда пора стать настоящим мужчиной. Мужчиной, который возьмет на себя ответственность за семью. Все присутствующие здесь выражают глубокую уверенность в том, что вы будете хорошим мужем и отцом. Но это в будущем. Сегодня вы жених! Заключение союза – очень важный и ответственный шаг в жизни каждого мужчины. Ключевое качество мужчины – это ответственность. Ну и, конечно же, настоящий мужчина любит свою женщину, потому что только вместе с ней, в союзе с ней, он может идти, развиваться и достигать вершин. Мы желаем вам вместе со всеми присутствующими Божьей благодати, Божьей помощи на этом пути. Ну и, конечно же, день за днем доказывать то, что вы гордо называетесь мужчиной. Ваша избранница, та, которую вы выбрали единственную из всех женщин и девушек Земли, безусловно, достойна. Достойна любви, почитания, ну и, конечно же, заботы, которую вы с сегодняшнего дня обязаны ей дать. И сейчас позвольте пригласить на нашу площадку, где проходит торжественная церемония бракосочетания, отца, невесты и невесту! Вручает руку своей дочери под гром аплодисментов тому, кого выбрала его дочь. Несомненно. Я прошу не торопиться, нет. Поднять фату. Я прошу не торопиться. Дмитрий Анатольевич, я понимаю, что очень хочется, но поднять фату вы сможете только после того,
как невеста вам это позволит. Итак, внимание! По личному ли желанию, добровольно, без какого-либо принуждения, согласны ли вы, Черный Дмитрий Анатольевич, взять в законные жены кислую Анастасию Анатольевну? Давайте! Кислая Анастасия Анатольевна, согласны ли вы по доброй воле, без принуждения, стать законной супругой и женой Черного Дмитрия Анатольевича? Согласна! А вот теперь, Дмитрий Анатольевич, вы можете поднять фату. Поднять вуаль. И пусть все увидят красоту вашей невесты. Уважаемые дамы и господа, леди и джентльмены, позвольте обратиться к вам. Присутствует ли здесь сегодня кто-либо, кто знает причину, по которой Черный Дмитрий Анатольевич не может взять жену кислую Анастасию Анатольевну? Если есть таковые, скажите это сейчас или умолчите навечно. Ну и уж поскольку таковых нет, я не вижу причин для того, чтобы этот союз не состоялся. И я прошу вынести кольца! Благодарю вас, Дмитрий Анатольевич. И уж поскольку вы и ваша избранница Анастасия Анатольевна добровольно и по любви перед Богом, людьми и государством согласны вступить в законный брак, прошу вас обменяться кольцами. Громче аплодисменты! Какой момент! Анастасия Анатольевна, ваша очередь. Вашему избраннику, вашему супругу, перед Богом, людьми и государством, одеть кольцо на его палец. И сейчас прошу вас засвидетельствовать ваше обоюдное желание в книге регистрации браков. Пожалуйста, жених и невеста. Дмитрий Анатольевич первый. Прошу свидетелей со стороны жениха засвидетельствовать в книге регистрации согласие вступить в законный брак. Это произошло на ваших глазах и на глазах всех присутствующих. Благодарю вас. И прошу свидетелей со стороны невесты также засвидетельствовать в книге учетной записи. Ну вот уже перед государством вы муж и жена. Перед Богом и всеми людьми, которые вас знают, любят. И перед теми, которые еще в вашей жизни вам встретятся и также будут вам надеждой, подмогой. Пусть добрый и светлый путь вас ждет, и вместе вы одолеете его до последнего дня. И сейчас позвольте при всех спросить Анастасию Анатольевну, добровольно ли вы, без принуждения, согласны носить фамилию Черная? Ну и сейчас
прежде чем я вручу вам документ, свидетельствующий ваш брак, заключение вашего союза, прошу вас поздравить друг друга как муж и жена. По традиции и согласно законам Украины, я вручаю свидетельство о браке главе семьи, главе новой семьи, Черному Дмитрию Анатольевичу. Поздравляю вас. Итак, с сегодняшнего дня Черный Дмитрий Анатольевич, 27 августа 1991 года рождения, в стране Украине, в городе Днепропетровск, и Кислая Анастасия Анатольевна, 21 июня 1993 года рождения, также уроженка Украины, Днепропетровская область, Новомосковский район, Эс-Хутор, Губиниха, заключили брак и являются мужем и женой. Конечно же, это очень светлый и ответственный день. Сегодня на вашем светлом празднике присутствуют те люди, которые вас любят. Но прежде всего, позвольте пригласить к вам сюда, перед ваши ясные очи, ваших родителей, которые очень долго ждали этого дня, которые сейчас, согласно нашим православным традициям, передадут вам эстафету. Дадут вам то, что будет согревать ваш союз на долгие-долгие годы. Прошу родителей жениха и родителей невесты выйти к молодым. Итак, уважаемые родители, традиционно освещается день свадьбы передачей праздничного свадебного каравая как символа достатка, символа домашнего очага, той, которая с сегодняшнего дня будет носительницей фамилии, продолжательницей рода, ну и, конечно же, той, которая будет хранительницей домашнего очага. Мама жениха в этот день традиционно передает семейный каравай невесте, которая сегодня уже член большой семьи, семьи черных. И, конечно же, первое слово скажет тот, который угостит шампанским. Мужчина, папа жениха. Вырастить сына до того момента, когда сын становится мужчиной, тем более достойным мужчиной, ответственным, трудолюбивым, любящим и любимым. Увы, не всем отцам дано, но вам это удалось. Я хочу вас поздравить на новую, молодую и, надеюсь, крепкую, достойную семью Черную. Чтобы эту фамилию выносили с гордостью, с любовью. Чтобы она была крепкая, чтобы была семья крепкая. Несмотря, что она черная, чтобы жизнь у вас была белая, светлая. Вот как Настюша все. Чтобы у вас глаза горели, чтобы сердце билось. Любви вам немеренно. Оля, встань. Я вас очень люблю. Ну что ж, примите бокалы. Примите бокалы. Не обязательно до дна, можно пригубить. Но запомните этот красивый, яркий, торжественный момент. А теперь, конечно же, мама жениха. Немного волнуется, немного даже от счастья слезы на глазах наворачиваются, но это слезы счастья. Прежде чем вручить этот каравай, прошу вас дать напутственные слова вашей невестке и вашему сыну. Дорогие дети, мы вас очень любим. Все родители любят своих детей больше всех на свете.
Мы хотим, чтобы вы были самые счастливые, самые любимые, самые здоровые на свете, чтобы у вас все сложилось хорошо, чтобы на небе были только какие-то небольшие облачка в вашей жизни, никаких тучек. Счастья вам, любви, мира, всего-всего самого лучшего. Ну а теперь можете передать невесте каравай как символ достатка, благополучия и, конечно же, тепла домашнего очага. Можно каравай отдать свидетельницам. Это помощницы, это ангелы-хранители сегодня наших молодых на свадьбе. Может быть, немножко грустный момент, но все равно радостный. Дочь вылетает из гнезда. Это законы бытия. Так было тысячи лет, и дай Бог, покуда будет жизнь на земле, так будет еще многие тысячелетия впереди. И сейчас я с большим удовольствием передаю микрофон папе невесты. Свою девочку, свою любимую дочь выдает замуж, но выдает достойному жениху, того, кого сама выбрала, того, кого послал Господь. Анатолий, я передаю микрофон вам. Желаю вам счастья, любви, всего самого лучшего. Не хочу, чтобы Дима, ты так любил дочь мою, как я их люблю. Дорогі наші діти, ви найкращі для нас. Ми бажаємо вам щастя і долі. You stood behind the counter, walked up, keeping my head down. Something, something had moved.